Thank you.
обеспечить нормальное расписание, чтобы пассажиры не стояли по 20-30 минут в условиях холода или даже... Возможно, отмена виз в Японию для... страны, и чтобы это было экономически для них выгодно. И поэтому... она была более гибкая, чем нежели бы эти маршруты были бы организованы, ну, скажем так, чиновниками.
Thank you.